И вот в руки мне попал необычный экземпляр с чипом видеопамяти 550 Ti от такой вот малоизвестной фирмы Point of View. То есть, ну, скорее всего, это какой-то для какого-то рынка было выпущено. Можете, конечно, загуглить это все, мне это делать лень. Я просто их тестирую. То есть, это достаточно холодная видеокарта. Единственное, здесь мне не понравился кулер. У него какой-то странный очень подшипник. Возможно, ну, если она новая, то, наверное, он хороший. Но я ее разбирал, смотрел, и там какой-то необычный очень подшипник вставлен. Ну, я его попробую смазать, но, в общем, он шумит немножко. То есть, у него прям такое кряхтение есть. Не знаю, как он был сначала. Ну, как бы сызнова, когда она была новой. Вот, видеокарта хорошая, как я уже сказал, холодная, она с легкостью раскрывает процессор 5450 Xeon. Значит, что здесь есть? Здесь уже есть HDMI выход, VGA и DVI, то есть все выходы для, скажем так, для бомж сборок, для среднячков и для топовых. То есть, в принципе, вам все здесь угождает. Здесь уже есть слай мостик, вот он, то есть их можно уже пускать вдвоем, втроем и так далее. Видеокарта довольно хорошая, то есть она такая легенькая, мягенькая. Материал, я имею в виду, вот этот вот пластик, он довольно хорошенький. И здесь имеется питание 6 пин, то есть все, в принципе, такое стандартное. Ничего интересного я вам тут особо про нее больше не расскажу. Вот, единственная очень необычная фирма, первый раз встретился вот с этим Point of View.